Всем привет! Сегодня пересадим самшит на постоянное место. Здесь у меня типа рассадника. Выращивал самшит практически с нуля, с черенков. Прошел год, вот так выглядят кустики самшита. Из взрослого растения отрывал такие веточки по 15 сантиметров. Обрывал нижние листики. Вот здесь оставалась такая пяточка. Ставил на сутки в воду. В воду можно добавлять корневин, но я не добавлял. И через сутки высаживал просто в землю на 4-5 сантиметров. Прошло уже, наверное, года 4 с момента посадки. Уже выросли такие кустики. Самшит растет медленно, около 5 сантиметров в год. Я его уже немного подстригал, формировал куст. Вообще есть около 30 видов самшита. В нашем случае самшит вечно зеленый. Самшит вечно зеленый можно использовать в декоративном садоводстве. Кусты можно формировать, выстригать в виде разных геометрических фигур. Например, в форме шара или куба. Можно в форме пирамиды. По-разному, на длинном стволе шар или куб. Я несколько кустов специально подготавливаю заранее. Стригу снизу, чтобы шли вверх, в рост, а не вширь. Формирую ствол. Хотя растение растет медленно, но может достигать 3-4 метров в высоту. Если его постоянно стричь, то куст будет густой, из него хорошо высаживать зеленый забор, изгородь. Растение хорошо приживается, не очень требовательное по уходу. Корень хорошо развит, большой. Решил, буду делать зеленый заборчик здесь. Еще говорят, изгородь. Здесь 3 метра и туда 4. Высажу, будет понятно. Подготовлю место для посадки. Немного выровняю, сделаю разметку. У меня тут немножко уклон. Абрикосы расцвели за одну ночь. Их у меня 6. Разметил, сделал щиты, бортики для удобства. Ширина 40 сантиметров. Высажу, постелю агроволокно. Кто хочет сделать зеленый бордюр, то садят плотнее, через 15-20 сантиметров. А мне нужен заборчик, я буду где-то 45-47. Думаю, растение будет себя комфортнее чувствовать, когда будет больше расстояние.
Для начала рассадил по краям через равные расстояния. Между ними еще два посажу, и между этими еще. Затем посмотрю, сколько сантиметров получилось между кустами. Еще между ними. При посадке ничем не удобряю, желательно удобрить чем-нибудь, подживить. Я почему-то уверен, что приживется нормально. Между кустами у меня получилось по 47 сантиметров. Еще постелим агроволокно и присыплем чем-нибудь интересным. Агропленку можно стелить перед посадкой, так делают, вырезают крестом, садят. Я стелю после посадки, мне так удобнее было садить. Еще задаются вопросом, какой стороной стелить пленку. Агропленка имеет с обеих сторон плюс-минус одинаковую структуру, так что нет разницы, какой стороной стелить. Кусты подсыпать можно много чем. Щебнем, древесной корой, шишками, древесной щепой. Песком даже можно. Продаются в магазине разные камешки, белые, под мрамор. Я выбрал себе гальку. Просыпал сначала щебнем, чтобы не было просвета в пленке. И камня маловато я взял. 100 килограмм вроде. Укладываю одинарным слоем поверх щебня. Еще можно сделать бордюр нормальный из бетона, постричь, чтобы гуще кусты росли. Мне не хватило камня, я взял 100 килограмм, 4 мешка по 25, еще мешка 3 по 25 нужно докупить. Уже неплохо выглядит. Кому было интересно или пригодится, ставьте лайк, подписывайтесь. Всем пока!